Привет всем! Сегодня я поделюсь с вами, как же делать ловушки. И начнем мы с деревянной ловушки с шипами. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится 4 палки и карманный раскладной ножик в качестве инструмента. Теперь мы крафтим из этого 4 шипа и вставляем их в крафт. И получаем одну деревянную ловушку с шипами. Сейчас я покажу, как она выглядит. Так, где бы ее тут так поставить? Интересно. Давайте что ли сюда поставим? Нет, нет, нет. Вот сюда. Вот так вот выглядит ловушка с шипами. И она действительно колется. Так, что же будет следующим? А следующим мы сделаем ловушку для животных. Но она, в принципе, работает так же хорошо и против зомби. Для этого нам понадобится металлолом и консервная банка. Одна консервная банка и два металлолома. Мы добавляем это все в меню крафта. И получаем одну ловушку. Так, сейчас я покажу, как она смотрится. И поставлю тоже перед главным входом. Сейчас мы это установим. Итак, ловушка выглядит следующим образом. Все, мы установили ловушку. Ну, по сути, это капкан. Так, выглядит вроде бы неплохо. Да, смотрится прекрасно. Давайте же теперь сделаем колючую проволоку. Для того, чтобы сделать колючую проволоку, нам понадобится две проволоки. Но у меня, по-моему, проволок нет, поэтому давайте скрафтим ее с помощью металлолома и пилы как инструмента. И мы получаем как раз две проволоки. Теперь из двух проволок мы получаем одну колючую проволоку. Сразу давайте сделаем и еще два гвоздя, чтобы сделать проволочные ежи. Вот, мы получаем два гвоздя, и из них мы получаем проволочные ежи. И сейчас мы это установим перед входом. Защитимся, как говорится, по полной программе. Колючая проволока. Вот так. И вот здесь поставим ежика. Вот так. Все это прекрасно колется. Видите, капкан ловит. И здесь все прекрасно делается. Ну что ж, в принципе, на этом с ловушками все. На них можно ловить как и животных, после чего оно умрет от кровотечения, так и зомби. Зомби ложит с первого раза. Ну что ж, на этом все. В следующий раз я вам расскажу не менее интересные вещи, а именно, как поставить такой забор и как сделать электрический забор. До скорых встреч!